На Волковской улице между домами 5А и 7А появится новый магазин. Когда застройщик получил разрешение на строительство и какая у торгового объекта будет специфика, сотрудники администрации рассказали на встрече с жителями. На месте встречи работал Богдан Колесников. К строительству двухэтажного здания приступили в начале года. Каркас на стадии завершения. Впереди монтаж кровли и внутренняя отделка. По словам жителей, о том, что здесь появится магазин, они узнали только из паспорта объекта. Администрация города даже не обсуждала с нами, что строить на этом месте. То есть оперативно весной началось быстрое строительство этого магазина. Причем это было шумно, по ночам и вообще как-то нарушая все правила и законодательство РФ. С 8 до 2 ночи вот они заливали. Когда бетон заливали, бетон, потому да. что невозможно якобы остановить. Постоянно долбежка, шум такой. Земельный участок площадью в 0,5 гектара находится в собственности с видом использования под магазин. Разрешение на строительство выдал Госстройнадзор Московской области. Жители смирились, но беспокоит другой вопрос – отсутствие парковки. У него рядышком еще есть земельный участок 239 квадратных метров. Чтобы парковка была не за счет, образно говоря, придомовой территории, не за счет городской земли, а непосредственно земельного участка, который находится в собственности либо в аренде. У него два земельных участка в собственности. Два земельных участка, да, и на втором будет располагаться парковка, а иначе бы он магазин не построил. Правильно? Правильно. Конечно. Интересует жильцов дома и специализация торгового объекта. Люберчане не хотят, чтобы на лавочках и детских площадках сидели шумные пьяные компании. Какого-либо алкомаркета, либо чего-то еще не будет, будет обычный магазин со своей парковкой. Жителями принято решение создать инициативную группу, которая в удобное для них время будет приглашена в администрацию для ознакомления с документами, которые послужили основанием для выдачи разрешения на строительство магазина. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.